Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джана Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванша-калпатару-васа-кепа-синд-бивач Патитананг-павоне-бхавишна-вибхьо-наму-намаха Мукаṅкароти-вача-ланг-пангунг-ланг-хайта-гирим Ят-кепа-тамаханг-ванде-парамананда-мадвам Вриндава-и-тулси-деп-вай-пи-я-вай-кесава-сача Шна-бхакти-паде-деви-саттва-баттвай-намо-намаха Нараяна-намаскритта-наранчайва-нараттамам Девинг-сарасватинг-вясам-тату-жайо-мудире Шанкиртане-кришна-катхо-упадеше Гаурия-патрасья-пракасанеча Садануракта-гуру-бхакти-юкто Бхакти Прамадакша Джагодвару Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Мани Чатая Бисфуриджи, такимапикапавадушвадарши, Пурнанурагараса сагара сарамурти, Сарадикамай кадакипанкараси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхитагададхарасивасади Гаурабхактавинда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбитабхужаукануканабодато Санкиртанайкапитарукамалайатакша Вишамбару-диджабару-джугадхармапалу Банде-джагат-прияккару Каруна-бхатару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча муктинча дада синитам Бхавануруппенна сада наранам Ганга таранга раманийя жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джашча Бхакшаши Джасьястихиде Самби Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе.
Кипа Синдху Шушангпурно Сарва Сатто Пукаракаха Несприхо Сарватоха Сиддхо Сарва Видда Вишарадаха Сарва Сангсайо Сангсчетта Аналаса Гуру Рахит. Кипа Синдху Шушангпурно Сарва Сатто Пукаракаха Несприхо Сарватоха Сиддхо Сарва Видда Вишарадаха Сарва Сангсайо Сангсчетта Аналаса Гуру Рахит. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, by reaching Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что достигнув лотосных стоп великого чистого преданного, то мы не будем чувствовать никакой неудовлетворенности. И вот когда мы достигнем лотосных стоп такого великого саду, который круглосуточно занят в Гуру-севе, Бхагават-севе, то тогда мы не будем чувствовать никакой неудовлетворенности. Это признак Гуру-таттвы. Если мы приблизимся к возвышенному саду, но не чувствуем радости, удовлетворения в сердце, какие-то посторонние желания возникают, какая-то неудовлетворенность. Вот. Это значит, что это не то, что вы ищете. Шрила Прабхупад сказал, что Садгуру Гурупад Падма, он даст нам полное удовлетворение, он займет нас в Шри Хари Севе и Света Шватара Панишады. Мы знаем, in Upanishad, we find one sloka, Jasho Deve Parabhakti, Jatha Deve Tatha Guru, Tashaite Katitahi Artha, Prakasante Mahatmana. You can read so many sastra. Вот можно читать множество шастр. But you cannot understand the inner meaning. Но в глубине значения шастр далеко не каждый может понять, может мы ученые. Как люди в этом материальном мире, они говорят про кого-то, что кто-то знаменитый пандит знает санскрит и различные шастры, могут говорить лекции на эту тему, но будьте уверены, без милости садгуру. Мы не можем переварить, понять, осознать какие-либо шастры. И поэтому нам нужна милость Гуру перед тем, как принять прибежище у лотосных стоп Гуру Падмы. Мы должны подумать тысячу раз. Перед тем, как принять прибежище, мы должны изучить Гуру-таттву. Слепой человек не может принять прибежище у Гуру-таттвы. У него нет представления, кто такой Гуру, что делать с Гуру, как вести себя и прочее. И в этом случае слепой человек, он несомненно, будет ведомым каким-то другим слепцом. If one blind man is going to be guided by another blind man, you cannot expect that you can reach that destination what you want, goal. First of all, you will have to fix up your destination. Otherwise, your chanchal hridaya, heart, fickle mind, can make you helpless, fickle mind. Unstable mind, what to do? What to do? When can hearing Hari can no get a satisfaction, chanchal, you cannot settle down your mind. This is the main problem. First of all, you have to take shelter of Sadguru. И вот вначале всего мы должны принять прибежище у Садгуру. In Srimad Bhagavatam Mahapurana. Srimad Bhagavatam Mahapurana. It is written. Говорится.
Is it written in Srimad Bhagavatam, like in a restless ocean, you should realize directly, not indirect relation. Подобно тому, как в океане, в беспокойном океане, мы должны чувствовать, что мы беспомощны. Как будто мы находимся в каком-то океане, в смысле без какого-то плавсредства. Просто мы такое чувство должно быть, что мы находимся в этом материальном океане, и нет никого. Кроме Верховного Господа Гурудева, кто мог бы помочь нам. Если у нас нет такого чувства, то мы не сможем полностью принять прибежище Гурудева. Если вы не будете чувствовать, что вы беспомощны, что вы находитесь в океане, в этом материальном океане страданий, куда идти, как идти, как спасти себя. И до тех пор, пока вы не осознаете это прямо, вы не будете чувствовать необходимости принять прибежище Гурупадпадме, или если вы как-то неосознанно примете, то можете оставить его. Я никогда не говорил, что нужно принимать прибежище, у кого попало. Ну, нет, нужно определиться. Если вы успокоитесь, определитесь с вашими целями, то... то есть, если вы не определитесь с вашими целями, без поддержки гуру, ваша духовная жизнь будет бесполезна. Без помощи гуру никто не может. То есть, без милости гуру никто не может понять значение шастра. Чтобы понять внутреннее значение шастр, нужно обрести милость Шри Гуру, иначе мы можем слушать шастры, но суть их так и не понять. Как можно наблюдать, что некоторые люди едят очень такую богатую пищу, но если у них нет способности ее переварить, то она не усваивается. И если кто-то спрашивает меня на пути баджана, какова первейшая, главнейшая и основная потребность, я могу сказать, что это гуру крипа. Сначала до конца. Что значит конец? Это наше, когда мы достигнем вечного мира, это, там тоже гуру крипа нужна. Она поможет нам. Кто-то может заявлять, что обрел милость Шри Гуру, но каковы признаки? Кто-то может одурачить весь мир, рассказывая, что они получили милость Шри Гуру. Но Таттвагьяни Пуруш может посмотреть на такого человека и сразу понять его подлинное состояние. Сердце Таттвагьяни Пуруша настолько чувствительно, что он может посмотреть на любого и понять его положение. И кто-то может одурачить весь мир. Я знаю, может, против них кто-то будет недоволен, если я буду говорить эту сиддханту, но если они смогут прийти ко мне, то я могу показать и доказать со всеми свидетельствами из шастр,
что Сиддханта Витпуруш, который полон наслаждается милостью Шри Гуру, он никогда не может говорить неправильное Сиддханта или писать какой-то ереси. Если он это делает, это признак того, что он отклонился от пути Гурупад Падмы. Такого не может быть. Like one mad horse, you know? Mad horse, you have seen? Ну, что вы видели эти сумасшедших лошадей, таких необъезженных или бешеных, то если пытаться как-то ее объездить, то эта лошадь, она может убить человека, может легнуть, и человек помрет от этого удара. Мы иногда видим такие ситуации. Mad horse impossible. It is impossible to get control over mad horse. Your mind is compared with that mad horse. Vijitari shiko vayu viradanto munasturagam jaya jatanti yantumati lolumupayukid vyasana shatamrito samabhayu guru charanam vanija ivaja santakita karna dharaja lodha. Big problem. You have no controlling. Your life car is moving, but there is no controlling. Brake fail. Your brake fail. You can collide with something. So first of all, it is my request to you all. Вот, поэтому моя просьба к вам, что вначале всего вы должны обрести контроль над вашим умом. Это первое. Я уже говорил. И вот главная проблема, что весь мир, он не заинтересован в том, чтобы понять Гуру Таттву. Они хотят деньги, положение в обществе, какую-то славу. Они не понимают всего значения Гуру Таттвы. Почему нужно принять Гурудева? Кто такой Гурудев? Однажды одна маленькая девочка, около 80 лет, from then onward, up to when she is already married, she gave birth to so many children. Потом она вышла замуж, родились дети у нее, внуки. И вот всю жизнь она ходила, получила даршан Бхагавана в храме. Радха Мадхава. Радха Мадхава. Continuously going to take darshan, whole life. И вот она всю жизнь походила, получила даршан этого божества. И вот уже перед оставлением своего тела спросила у Гурудева, что я получила дикшу от вас, ходила в храм, всю жизнь получила даршан этого Радха Мадхава, этой виграхи. А что случилось со мной? Я не чувствую радости совершать баджан. Вопрос такой. Вот эта пожилая женщина, уже пожилая женщина, она спросила этот вопрос у Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Гусей Махараджа. И Гурупад Падма сказал: хорошо, я отвечу на собрание, чтобы все слышали. Парампуджа Падшила Мадхава Гусей Махарадж, мой Гурупад Падма, в том смысле, я никогда не чувствую, что Шрила Мадхава Гусей Махарадж не мой Гурудев. Я чувствую, что он мой Гуру, поскольку я вижу Гуру Таттву одну, единую и неделимую.
Он пришел в этот материальный мир, он всегда вдохновляет меня. На пути баджана бесчисленные проблемы могут возникнуть. Будьте осторожны, если вы не совершаете баджан, идете на компромисс с майей, то это причина вашего падения станет. Баджан, на пути баджана, как правило, встречаются бесчисленные проблемы. Это есть баджан, если никаких проблем нет, то что-то странное. Мы должны быть готовы, как пожарная команда, как Магурупа Падма. Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж говорила, что мы подобны, мы гаудии, подобны пожарникам. Если пожар случается, не нужно откладывать его на потом, на неделю как-нибудь, потом потушить. Нужно брать и тушить прямо сейчас. Мадхава Госвами Махарадж дал нам такой пример, что если какая-то проблема возникает, нужно сразу решать, а не отдыхать, откладывать на потом и прочее. И встречание с проблемами – это наш баджан, и вот он дал такой пример. Что мы должны быть всегда готовы, как пожарники, чтобы говорить, писать харикатху, петь, танцевать. Не думать о своем, о каком-то корыстном благе, о своей корысти. Нет, мы должны делать все для удовлетворения Верховного Господа, Его преданных. Feel comfortable, it is my calm. It is my karma, passive karma. I love to bear hot and cold everything. Мы должны терпеть какие-то неудобства в форме жары или холода. Мы должны быть готовы встретиться с любыми вызовами в нашей жизни, чтобы совершать харибаджан. Что говорить о нас? Радхарани, она встречается со множеством проблем. You go to Gosala and see what kind of problem happening. But still I'm peacefully speaking Harikatha, writing, calming, everything doing. You can test me, my pulse. В моей жизни тоже часто всякие такие происшествия происходят. Because I know they are going to protect me. Но я знаю, что Бхагаван, Он защитит меня. И главная проблема с нами, что нас нет. Полная стопроцентная вера, что Гуру Вайшнава защитят нас. И вот мы должны чувствовать, что мы полностью защищены. 100% submission should be there inside. Полное самопредание должно быть в нашем сердце. Мы должны чувствовать, что мы защищены Гурупад Падмой. Sarvasya tomar charane shopiya parichitomar ghare this kirtan you can do. Foolish. Wasting your time. And do your kirtan this. Bhaktivinoda Thakur writing so many kirtan. Шрила Бхактивинода Тхакур написал множество замечательный киртан. I am your dog. I have taken prasadam from Madhav Goswami Maharaj. I cannot forget. I always remember. Я всегда помню Шрилу Мадхава Госвами Махараджа. Он всегда защищал меня. Я принимал прасад от него. И я чувствую защиту, которая исходит от него в мой адрес. Прабхупад Шрила Мадхава Госвами Махарадж ответил на этот вопрос на открытом собрании.
что это Матаджи. Сначала скажите правду. У вас есть какая-то связь с вашими внуками, да. У вас есть ваша связь с вашими детьми, сыновьями, да. А с мужем, да. А если у вас связь с Бхагаваном, думали ли вы вообще об этом? Развили вы какую-то связь с Бхагаваном, с Гуру Вайшнавами? И вот эта женщина ответила, что об этом никогда не думала. Как, почему не думали? Вроде человек всю жизнь ходит в храм, но о таких вещах не задумывался. И кто-то может поститься, совершать аскезы. Но какое отношение это имеет к Кришне? Такие люди просто какие-то коммерсанты постятся, чтобы что-то получить, какие-то материальные цели. И такие люди не служат Бхагавану, а пытаются занять Бхагавана в служении самим себе. Бхагаван, он не наш слуга. Мы должны служить ему. You can promise, come and speak. How much audacity you have? Madhav Goswami Maharaj very often used to say, we are not dedicated to Bhagavan and Guru Vaishnav. How we can expect bhajan? Говорил, что если мы не посвятили себе bhajan is not one game, Guru Vaishnava, like то как можем ожидать okay. совершать какой-то bhajan? Bhajan это не какая-то игра, это практическая вещь. Мы должны посвятить все. Предложить все Бхагавану. Прабхупада Патшила Мадхава Госвами Махарадж спросил на собрании: о, мать, думала ли о том, думала ли ты когда-то об этом, что нужно развить какую-то связь с Бхагаваном, кто такой Бхагаван, кто такие Гуру Вайшнава. Вот она сказала, что никогда не думала об этом. Вот эти строки из киртана. И мы должны совершать эти киртаны, и там описывается вся эта сиддханта. Как можно избавиться от ложного эго? Если мы вначале совершили ошибку, как можно привести пример с математикой? То есть, если мы в своих вычислениях в самом начале совершили ошибку, то все остальное, оно будет тоже неправильно. И также баджан, если мы в самом начале совершили грубую ошибку, не думали о нашей связи с Бхагаваном, с Гуру, с Вайшнавами, то об этом нужно подумать перед тем, как мы принимаем прибежище у кого-то, как принять прибежище у кого принять, что делать с Гурудевом. Получим ли мы осознание от Гурудева, Гурудев обманщик, либо мы обманщики? Это надо все выяснить. Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал: о, мать, из-за того, что ты не развила никакой связи с Гуру Вайшнавом и Бхагаваном, ты оказалась в такой ситуации. Мы плачем. Плачем ли мы о Бхагаване? Можете ли вы привести единый пример, когда вы плакали в разлуке с Гуру и с Вайшнавом, или с Гуру, с Вайшнавом, или с Бхагаваном? Нет, нет, поскольку у нас нет связи с ними. Слезы не приходят, не появляются на наших глазах, потому что у нас нет связи с ними. Вначале мы должны развить связь с Гуру, Вайшнавами, Бхагаваном. Я на хинди буду говорить какие-то особые вещи сегодня. И вот глубинное значение шастра может проявиться внутри нашего сердца, если у нас есть одинаковое влечение, уважение к почтению к Бхагавану и Гурудеву, даже больше. Хотя я говорю, что должно быть одинаковое, но все же, если вы чувствуете больше влечения, больше любви к Гурудеву, это более позитивно, более благоприятно. Ясодеве парабхакти, ятхадеве татхагуру.
мы должны чувствовать такую единую любовь, одинаковую любовь к Гуру, Вайшнавам и Бхагавану. Но более благоприятная, если любовь к Гуру Вайшнавам больше, и тогда мы осознаем значение шастр. Я могу привести множество примеров. И вот великие преданные, most of them have no educational qualification, but they realize all the inner meaning of shastra. They have no education. Вот некоторые преданные, у них не было какого-то внешнего материального образования, но они поняли смысл шастр. Если мы не можем использовать свое образование для баджана, то что толку от него? Мы должны использовать свое тело, ум, речь, деньги, все, что у нас есть. Как вот в этой строке из киртана «Сарвасватамар» «Чарная сампия» «Все, что у нас есть, мы должны предложить Гурупадпадме». И там говорится, если подумать, например, о Вамшивадас Бабаджи Махараджи, Гуркишардас Бабаджи Махараджи, кого нет. У них внешне у них нет никакого материального образования. Но они поняли, осознали внутреннее значение шастра. Почему? Потому что Кришна пребывает в их сердце. И вот в Упанишадах мы находим одну шлоку. Jasmin prapte sarvam idam praptum bhavati. Jasmin gyatve sarvabhidam vigyatam bhavati. If my Guru Maharaj is going to give that kind of property, если мой Гуру Махарадж дает мне такое сокровище, I'm not running for material property, которое дарует нам полное удовлетворение, если мы получим это сокровище от Гуру Махараджа, то тогда нам не понадобится ничего иного. В Упанишадах есть такая шлока. Если мы обретем лотосные стопы Гуранги Нитинанды, то мы обретем все во всех этих бесчисленных вселенных, так это или нет. Если мы обретем лотосные стопы Гуранги Нитинанды, то мы обретем все сокровище, все богатство, все, чего можно достичь. Prabhupada already published, editing already done, going to publish. Prabhupada going to write. И вот Шрила Прабхупад написал. Everybody asking me, what каждый is this? Спрашивает меня, что это. You know? Tumi to amar, ami to toma, ki kaj aparadhane. You are my property. И вот в этих строках говорится, что «О Бхагаван, я твой, а ты мой, что еще мне нужно?» Когда я родился обнаженным, когда человек рождается с чрева матери, он приходит с пустыми руками, и когда покидает этот мир, то также он покидает безо всего, и поэтому о чем еще сожалеть? Бхагаван говорит, почему мы жалеем о чем-то, если мы потеряли какие-то деньги, отца, мать, друзей, что вы взяли, что вы принесли с собой, все вы пришли с пустыми руками, уходите, а
то, что вы обретаете в течение своей жизни, это оно все не вечно, оно останется здесь. О чем же вы жалеете? Or you take everything from here. So you have to pay back before going living in this body. You are taking everything from this world. You have no right to take anything. So you have to give back. So, we'll have to мы должны try to пытаться обрести такое сокровище. Если мы обретем такое богатство, духовное богатство, то тогда мы не будем чувствовать никакой неудовлетворенности. Кришна — это источник всего знания. Если мы знаем Кришну, то мы знаем все. Все другое знание, оно автоматически придет к нам. Если мы знаем таттва вигьяну Кришны, if I can go love-full relationship with Krishna, what property I can give value? Если мы развьем отношения с Кришной, то что еще нам нужно? Can you prove? И what knowledge not there? Krishna is the source of Кришна, он источник всего знания. И поэтому Сиддханта Вичара Шри Чайтанья Чаритамрити приводится такая, что тот, кто знает Кришну, тот и есть гуру. Таттвавид, он есть гуру. Если он не таттвавид, то нельзя сказать, что он гуру. Может, он внешне образован, но если он не осознал величие Кришны, то что толку? В Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, то, что кто знает Кришну Таттву, то это и есть гуру. Кто-то возмущается, что если кто-то родился в низкой семье, осознал Кришну, то что делать? Но Махапрабху говорит, что нужно на факты смотреть, а не на его происхождение. То есть, если человек осознал Кришну, то он и есть гуру. И вот Рай Махашу говорит Махапрабху, что он родился в низкой семье. Или Рагунат Дас Гасай тоже внешне родился из низкой семьи, или Харидас такого, но что? Они все равно гуру. И вот суть в том, если вы знаете Кришна Таттву, то тогда вы осознаете все. Если вы поймете Кришну, сокровенное Таттва Вигьяну Кришны, то тогда вы узнаете Кришну, осознаете. И мой Гуру Пад Падма, почему я говорю мой Гуру Пад Падма? Поскольку Гуру Таттва одна и неделима, если предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Шрилы Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджи, то это Пушпанджали, несомненно, достигнет лотосных стоп моего Гуру Пад Падмы. И это называется Гуру Таттва. И вот сейчас Шрилы Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджи, если я буду пытаться обсудить, рассказать что-то, то, что я могу сказать о нем. Он за пределами моего восприятия, но все же. Его жизнь, она была полностью посвящена лотосным стопам Шрилы Прабхупады, полностью без остатка. Однажды все преданные, они собрались, и
Шрила Прабхупад спросил каждого, какое служение вам нравится. И вот все рассказали, что им нравится, кому-то проповедовать нравится, кому-то в храме служить, что-то делать. Кто-то любит подаяние собирать. И вот дошла очередь до Хайгрива Брамачари, у него спросил, Прабхупад спросил, какое служение ему нравится. И он ответил, о, Прабхупад, когда вы мне даете любое служение, в любое время, и мне нравится это. Он сказал, что в любое время, в любой момент, если вы даете мне какое-то служение, то с радостью исполняю его. И Шрила Прабхупад был очень доволен его ответом. Хайгрива Брамачари не говорил какой-то ложной философии. Нет, он говорил о чувстве своего сердца. Шрила Прабхупад, он поймет все. Шрила Мадхава Госвами Махарадж однажды вернулся с несколько дней куда-то ехал на поезде. И вот он вернулся в Калькутту, переплыл в Гангу, достиг Бхагбазара Гауди Миссии. В то время это еще единая Гауди Миссия была. Потом разделилась, и вот Шрила Прабхупад был там, и когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж пришел поклонился Шри Прабхупаде только что приехал, два дня на поезде только ехал. Шри Прабхупад спросил, вернулся, все успешно, да. И вот Шрила Прабхупад сказал, что примем авине, примем прасад, и вот билеты на следующий поезд, надо куда-то ехать, что-то там делать. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Хайгрива Брамачари, его энергия подобна энергии вулкана. И вот Шрила Прабхупад говорит, что Хайгрива Брамачари, он подобен, его энергия подобна вулкану. В любое время, в любое служение он готов исполнять. И такое же чувство мы должны, такую энергию мы должны иметь в нашей жизни, чтобы исполнять Гуру Севу, и тогда мы достигнем успеха. Есть океан служения. Infinity life, I cannot do Guru Seva, I can try my best. You say there is where is Seva. Infinity Seva lying in front of me. You are blind, you cannot see where is Seva. So, Prabhupada speaking, и вот Шрила Прабхупад говорит, что Хайгрива Брамачари, его энергия, она подобна энергии вулкана. Вот наш Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж сказал, мой Гуру Падма Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. Он защитник этого поля преданности. Бхакти Ракхак, он говорит, что все возможно для Мадхава Госвами Махараджа. После того, как Шрила Прабхупад ушел,
И вот однажды при жизни Шрилы Прабхупады, Шрила Мадху Госвами Махарадж, Шридхара Госвами Махарадж, их отправили в Мадрас. Мадрас — это место Майявады. Там какое-то влияние Рамануджачарьи, Мадвачарьи есть, но большинство народа Майяваду исповедует. И вот Шрила Прабхупада хотел открыть там храм в Мадрасе Гауди Матх. И там спустя долгое время Мадхав Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж, они были там. Далай Махарадж тоже там был. И вот они пытались. Но без толку все, были беспомощны и думали, что же делать, мы пытаемся. Также в Кабуле, в месте Рай Рамананда, Шридхара Госвами Махарадж говорил однажды, мы обсуждали, что пытаемся что-то сделать там, но ничего не получается. И тогда Хайги Брахмачари сказал, я думаю, мы недостаточно усилий прилагали с нашей стороны. Можем еще пытаться что-то делать. Что вы говорите, мы делаем все возможное, но Мадхав Госвами Махарадж сказал, что нужно еще что-то делать. Его терпение — это его замечательное качество. Если мы потеряем терпение в нашей жизни, то мы будем побеждены. Если нам надо есть совершать баджан, потеряем терпение, то это нехорошо. Но у Мадхав Махараджа было такое качество терпения и способность идти до конца. И вот Мадхав Госвами Махарадж, он пытался исполнить желание Шрилы Прабхупады все время. И вот его отправили в Ассам, в Сарбок, чтобы он там открыл проповеднический центр, это даже не деревня. Там больше джунгли, чем деревья. Всякие. Ну, такая джунгли, в общем. Много проблем они встречали там. Сложно было готовить. Нельзя сказать, что просада там не было, поскольку просад — это милость, она всегда приходит к нам. Сложно было собирать подаяние там. Постоянно, да, дожди часто шли. So your pot is very small. So you'll have to prepare your pot. You'll have to make a big pot. Such a big pot where Anantadev can come and take rest. Ananta. Чтобы обрести милость, нужно иметь достойное вместилище для этой милости. Как Махарадж приводит пример с дождем, если мы хотим поймать дождевую воду, то нужна большая емкость. И также, чтобы обрести милость, которая постоянно снисходит сверху, нам наше сердце должно быть широко и велико, чтобы как можно больше милости попало в наше сердце. Если наше сердце маленькое, то сколько милости оно получит. И вот там в Ассаме они проповедовали, практически все сделали. Получили землю, начали строить что-то. И Шрила Прабхупад, и Мадхав Госвами Махарадж. И вышел Шрила Прабхупад. Мадхав Госвами Махарадж пригласил Шрила Прабхупаду для установки божеств. И Шрила Прабхупад поехал в Ассам. И вот его приветствовали, организовали
процессию из слонов. И вот посадили Шрилу Прабхупаду на слона. И так под звуки музыкальных инструментов они пошли в этот Мадху Сарбоги. Тысячи людей присоединились к этой процессии. И когда они достигли Мадха, однажды я был там. И вот Махарадж однажды был в этом Срабоге недолго, посетил это место, только маленькое достаточно. But Prabhupada used to say in a very small place, over tin, you know? But still, there is a massive preaching. Massive preaching. Anyway, I can come to the point someday. Ну что же, несмотря на такие внешние неудобства, но проповедь, но ты все равно там шла. И вот однажды какие-то преданные попросили Хайгри Брамачари, что Прабхупад вас очень любит. Вы должны взять разрешение у Шрилы Прабхупады, чтобы мы меньше Харинама повторяли, поскольку не успеваем. Весь день совершаем служение, не успеваем. Мы как не осмеливаемся этого спросить, но просим вас спросить. И вот попросили Мадхава Махараджа спросить, когда же им повторить Харинам, поскольку они весь день служением занимаются и не успевают. И вот однажды Прабхупад ходил, повторил Харинама Мадхава Хайгри Брамачари, он обмахивал его. И потом он спросил его: «О, Прабхупад, у нас мы не успеваем повторять лак Харинама, совершаем служение весь день и не успеваем закончить лак Харинама, что, как делать?» И такой вопрос был задан Шриле Прабхупаде. И Шрила Прабхупад сказал: «Почему? Но ночью вы что делаете?» Садхгуру никогда идет ни на какие компромиссы. Садхгуру никогда не идет ни на какие компромиссы с Шуда Бхакти. Он никогда не злоупотребляет вами. Подлинный Садхгуру, я сидя в Ясасане, обещаю вам. Садхгуру никогда не идет ни на какие компромиссы. Никогда. Подлинный Садхгуру никогда не думает, сколько преданных там. Люди приходят принять прибежище у него. Садхгуру никогда не думает об этом. Подлинный Садхгуру никогда не считает, сколько у него учеников у него. Глупый гуру только занимается такими подсчетами. How many people has taken shelter on me? I mean, how many disciples I have? Rather, a Sadhguru always watching your heart. А Садхгуру наоборот, они смотрят на наше сердце. Always going to watch your heart. A Sadhguru going to watch your heart to see the maturity of your heart. Садхгуру, они смотрят на зрелость нашего сердца, слушая харикатху, сколько
насколько созрело наше сердце, не ведет, что, послушая Харикатху, лотос нашего сердца, он распускается. И Гуру, подлинный Садгуру, он никогда не думает, никогда не считает количество учеников, а смотрит на их качество. Садгуру всегда видит таким образом, что если вы пришли ко мне, я хочу увидеть, что, слушая Харикатху, получая мою любовь и заботу, насколько лотос вашего сердца распускается. Созрело ли ваше сердце? Я хочу взять этот лотос вашего сердца и предложить его Бхагавану Шри Кришне. И вот таким образом он предлагает эту душу лотосным стопам Шри Кришны. Пытайтесь понять глубинное значение этого. Вы, может, этого никогда не слышали в своей жизни. Слышали какую-то сухую философию от непонятно откуда, поэтому вы не прогрессируете. Садгуру никогда не смотрит на количество учеников. Он смотрит на качество и смотрит на то, насколько развился, раскрылся лотос вашего сердца. Распустился ли он до такой степени, чтобы быть достойным быть предложенным Шри Кришне? Я никогда не хочу никого занимать в служении себе. Я хочу занять вас всех в служении Бхагавану Гауранге. И это моя цель. И таким образом все время Шрила Бхактидайта Мадху Госвами Махарадж, он был успешен. Личность Шрила Прабхупады была очень сильна. Если кто-то смотрел на Шрилу Прабхупаду, что говорить о Шриле Прабхупаде? Они не могли подойти к нему, если у них были какие-то недостатки, слабости, какие-то скверные мысли, они не могли прийти к... Такие люди не могут прийти к чистым Гуру Вайшнавам. Что говорить о Шриле Прабхупаде? Если у нас есть какие-то слабости, анибхилаш, это различные посторонние желания, вожделения и прочее, тут мы не можем прийти к таким великим вайшнавам, как Шрила Прабхупад. Мы должны начать уттама бхакти, великолепную бхакти. И таким образом Шрила Прабхупад, перед Шрилой Прабхупадой, достичь Шрилы Прабхупады не так просто. Как можем говорить с Шрилой Прабхупадой? Cannot talk with Prabhupada, so heavy person. We look at, can feel sorry. Yes. Madhav Goswami Maharaj. Shila Madhav Goswami Maharaj. I am proud to speak about this Mahapurush. Я горд говорить об этом великом Махапуруше, если кто-то. Have the chance to look. У кого-то была возможность просто увидеть его. Он мог, его жизнь могла полностью измениться. Он проповедовал внутри Индии, хотя Шрила Прабхупад хотел послать его на Запад. Но Хайагир Брахмачари думал, что я обусловленная душа. Хотя он был вечным спутником Шрилы Прабхупады, но он думал, что он обусловленная душа, если отправиться на Запад,
то майя может захватить его. И поэтому что же делать? И в итоге Шрила Прабхупад передумал. Поскольку Хаги Брахмачари, если бы Шрила Прабхупад дал какое-то указание, то он, несомненно, отправился бы его исполнять. И вот тем временем какой-то важный человек, он сказал, что Хаги Брахмачари очень прекрасен внешне, молод. Поэтому лучше его не отправлять никуда. Что лучше отправить кого-то постарше. Но внутри Индии его проповедь, она не просто замечательная, она превосходна и несравненна. Ассам, например, там одни джунгли, или Панджаб, там тоже там майвадские места, но он проповедовал там. А кроме него никто не осмеливался. Я был там, говорил Харикатху, Джаландаре, Панджабе, Джаландаре, Чандигархе, Батинде и прочих местах. Все это было по его милости. Кто-то устает слушать 2 часа харикатхи, даже меньше, но в то время они говорили харикатху 4 раза в день, во время проповеди. С утра была харикатха, с 7 до 9 где-то, потом с 10 до 12, потом после обеда было с 4 до 6, и вечером где-то с 7 до 9. И все деревенские люди приходили. Вот они приходили слушать харикатху от такого великого саду. Хотя там жить особо негде были, жили просто под деревом и слушали харикатху. Шрила Мадхава Госвами Махараджа благословлял всех без всякой дискриминации, если я буду говорить о нем. Получится книга, подобная Махабхараде. Его слава, она необычайно велика. А если кто-то критикует Мадхава Госвами Махараджа, завидует ему, то как я могу уважать такого человека? Он, в его сердце было место для всех. Никакой дискриминации. Такое великое сердце я нигде не видел. Даже я получил его милость. Как это было возможно для меня опубликовать 60 книг, а сейчас около 80 уже? Как это возможно без его милости? Я, когда был в Калькутте, в основном останавливался в Матхе Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Ходил в эти издательства, договаривался с публикацией, редактированием книг. Я ел просад в его матхе, как я могу забыть его, если я, как подумал, как верная собака никогда не забывает своего хозяина. Множество случаев с ним было.
И вот он проповедовал в различных таких очень сложных местах, как Панджаб, Амритсар. Это полностью майвадское место. И там говорил харикатху в Рам-мандире, совершал киртан. И каждый день тысячи людей приходили и смотрели, и слушали. Мадхава Госвами Махараджи танцевал, как подобно Гауранге Махапрабху в киртане. Люди приходили, слетались, как мед, как пчелы на мед. Спрашивали, когда в следующий раз, почему сегодня киртана не было. Однажды кто-то пришел и сказали, что все преданные люди пришли и спрашивают, почему киртана сегодня не было. И Мадхава Госвами Махарадж был очень строг. И вот Мадхава Госвами Махарадж посмотрел на Кришна Валабху и ничего не сказал. Поскольку наш киртан для того, чтобы Гуранга был доволен, а не какие-то слушатели, такого возвышенного преданного я никогда не видел в своей жизни. Он был необычайно милостив. Я произнес несколько шлок в начале. Но объяснить не, вряд ли я все успею. И вот всю жизнь он был успешен. И после ухода Шрилы Прабхупады, если вы спросите, кто после Шрилы Прабхупады был успешен в проповеди внутри Индии, я могу с полной уверенностью сказать, что это Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж. Если вы не верите, то можно пойти посмотреть, что он делал. Открыть какой-то один храм — это уже очень сложное дело. Он открыл их очень много, как Чандигархи, например, в секторе 20Б. Там ни за какие деньги не хотели продавать землю. Или в Ассам, в Гуахати. Тут уже Гаудим Сигати, Мамати в самом центре. Или в Калькутте также. How many crores you like to pay? You cannot get land. It's called Мадхава Госвами Махарадж. Это Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж. Он моя гуру варга. Not negative joking, not negative joking, with loveful joking, with Мадхава Госвами Махарадж. When Мадхава Госвами Махарадж was thinking about how Деви Махарадж думал о том, как освободить место явления Шрилы Прабхупады. Времени, поскольку мало, я кратко говорю об этом. Когда наш Хакри Брамачари думал, как же освободить место явления Шрилы Прабхупады, нужно было много денег. Он просил братьев Боги, даже те, кто оскорбляли его. Никто не хотел слушать, что это не надо делать, но его. How we can give donation? We have not. All godmothers. Even those who wanted to throw Мадхава Госвами out. И вот он ходил ко всем, просил помощи.
даже к тем, кто хотел выгнать его из храма. Он был какой-то, поскольку Шрила Мадхава Госвами Махарадж был какое-то время ачарьи Чайтанья Махапрабху, его выгнали. Это долгая история. Но потом выгнали его из-за зависти. Everybody fear those are influencer personality. Today's situation is very typical. Сейчас ситуация тоже непростая. Today's situation is so critical that one worker going to do some seva for him, I cannot get any name, pen and position. Better we can kill him, or throw him out. We can тоже на зависть бывает какая-то конкуренция, пытаются как-то мешать другим. Но Мадхава Госвами Махарадж, как и Гуру Махарадж, всю жизнь, вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он 35 лет жил в Матхе Шрила Бхакти, да, это Мадхава Госвами Махарадж. 35-37 years, continuously with Mother Goswami, in preaching field. Он ездил с ним, проповедовал, редактировал и писал статьи для Чайтаньи Вани. И вот когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж пытался получить место явления Шрилы Прабхупады, никто не помогал ему. Но даже Гуру Махарадж внешне был очень беден. Он однажды попросил одного из своих братьев в Боге, чтобы тот помог ему восстановить храм в Калне, то тот просто обматерил его. Гуру Махарадж все это стерпел. Ну, потом этот его брат в Боге пал вскоре. Я думаю, если мы не будем любить Гуру Вайшнавов, то что мы можем любить? И таким образом Мадхава Махарадж ходил от двери к двери, просил помощи, чтобы собраться вместе и освободить место явления Шрилы Прабхупады, но никто не присоединился, говорили, что Шрила Прабхупада не говорил такого. Зачем это делать вообще? И тогда наш Бхакти Вичара Джаджавар Госвами Махарадж, когда Мадхава Госвами Махарадж внешне был в какой-то сложной ситуации. И тогда один из его братьев Боги, наш Бхакти Виджара Джаджавар Госвами Махарадж, он шутил с ним. Мадхава, Мадхава Вачи, Мадхава, Мадхава Хиди, Смаранти Садаваха, Сарва-Сарва-Кадиш Мадхава. I was speaking at that day, no? И вот он произнес такую шлоку. Это Судди Свастивачан. Вот это мантра из призвания благодати. И вот Джаджавар Госвами Махарадж шутил с ним. И тогда все братья в Боге, и вот в общем собрали встречу. Going to bless me by speaking Madhava Madhava Vachi, Madhava Madhava Vachi. Actually, Madhava Madhava Vachi means Krishna. But here, Madhava Madhava Vachi, Madhava Madhava Hirdi, it is the actual meaning is Krishna. Madhav achi Krishna, Madhavi, Madhavi actually, and Krishna about this.
And also about about Lakshmi Devi. Madhav mane holo. Madhav mean actually. Вот в этих шлоке Мадхав значит. Мадхав – это источник всего благосостояния. И когда Джаджа Махараджа Махарадж шутил с ним, он имел в виду, что твое имя Мадхава, поэтому ты все можешь получить. Все придет к тебе. И деньги придут, чтобы помочь тебе. Наш Хагриба Мачарья Мадхава Госвами Махарадж был очень... Он уверен был, что... Его братья-боги благословили его таким образом, и он может достичь успеха. Даже всякие другие общества пытались получить местоверение Шрилы Прабхупады, но сразу оставили, поскольку сложно было очень, запутано. И вот когда Мадхава Госвами Махарадж заполучил это место, хотя внешне было место очень грязное, вонючее. Но Мадхава Госвами Махарадж получил это место, очистился, поскольку после ухода Шрилы Прабхупады Бхатти Такура это место было занято какими-то негодяями, хулиганами. И вот когда Мадхава Махарадж послал нескольких преданных жить там и поклоняться этому Джаганатху, то эти хулиганы приходили, угрожали, выгоняли их всячески. Вот и рассказали Гурудеву, что это так и так. Марикири пхеки диво, урия, урия language. I can murder you and throw you. They are speaking. Madhava Goswami speaking. Don't fear. Prabhupada is there. No, Madhava Goswami Махарадж сказал, что не бойтесь, Шрила Прабхупада с нами. В итоге эти судебные тяжбы шли долгое время. Oh, horrible. If we think one time can go, horrible. Still, Madhava Goswami are keeping patience, spending lakhs of rupees. Finally, но в итоге, после всех этих неудобств, он достиг успеха, и это место перешло к нему. Сначала какое-то время Мадхава Госвами Махарадж пытался купить это место у этих разбойников. А они были против. Какую-то компенсацию предлагал за неудобство, но эти разбойники категорически были против. When the final verdict, you know, from court coming, all police force coming. А потом, когда все эти судебные тяжбы закончились, пришла же полиция, чтобы исполнить указания суда и выгнать всех этих разбойников, то они пришли к этому Мадхава Госвами Махараджу, сказали, что готовы на компенсацию, давайте денег нам. И мы идем. Мадхав Махарадж сказал одному севаку, что он пошел на кухню, принес зеленых бананов. Ну, в индийской традиции зеленые бананы, значит, ничего не получит. Что он раньше обещал 20 лет назад, а когда с ними 20 лет судились, то что толку что-то давать сейчас? И сами сразу не согласились. When all everybody fail you, когда никто не смог, then the starting point of Madhava Goswami has come. И вот когда все отчаялись в попытках получить место явления Шрилы Прабхупады, то тогда Мадхава Госвами Махарадж начал. Then the starting point of Madhava Goswami. И вот такие невыполнимые задачи мог решать Шрила Мадхава Госвами Махарадж.
И это зовется Мадхав Госвами Махарадж. И таким образом, по милости Шрилы Бхакти Дайты Госвами Махараджа, мы успешны сегодня, чтобы слушать Харикатху. Сейчас я чувствую себя очень удачливым, поскольку в Падмапуране говорится «Джуткале Пурушоттамат Мадхав Госвами Махарадж». Он был успешен в том, чтобы освободить это местоявление Шрилы Прабхупады, и весь мир приходит, чтобы получить местоявление Шрилы Прабхупады. Кто он? Мой Гуру Падма. Я чувствую гордость, чтобы я чувствую себя как я горжусь, что являюсь учеником. И по его милости я могу сказать так. И много раз я говорил, что его ученик Шрила Бхакти Валапти, это Госвами Махарадж, или Шрила Бхарати Махарадж, никогда не говорил, что они мои братья в Боге. Они мои гуру. Что говорить о нем? Они мои вечные гуру. Что говорить о нем самом, даже его ученики не являются гуру для меня. Я никогда не говорил, что они мои братья в Боге. Я говорю и говорил, что они мои гуру. Когда я получил какие-то наставления от Шрилы Бхакти Валапти Тирты Госвами Махараджа, я был готов их исполнять. Когда он начал проповедовать на Западе, он дал мне служение, чтобы я помогал преданным с аэропорта доехать до Майпура или до Матха в Калькутте. И говорил Харикатху по пути, чтобы их сердце расплавилось. Они некоторые раньше никогда не встречались с Шрилой Бхакти Валапти Тирта Госвами Махараджа. И вот когда они ехали в процессе, я говорил Харикатху, и она плавила их сердце. И это было мое служение. Send immediately. Tito Maharaj have some seva. I have to go. I feel proud of that. Я горжусь, что мог совершать какое-то служение для него. Бхарати Махарадж, я не могу отплатить ему за его заботу, за его любовь. Но куда они ушли, оставив меня одного? Но все же я чувствую, что Гуру Варгана со мной. Она помогает мне, и вот таким образом местоявление Шрилы Прабхупады было спасено, но, к сожалению, мы потеряли Шрилу Бхакти Дайту Мадхава Госвами Махараджа. В 1979 году он оставил свое тело, он оставил этот мир, мой Гуру Махарадж. Он основал храм. Но перед тем, как оставить этот мир, он совершил такое великое, замечательное служение. И пока этот материальный мир существует, Гауди Вайшнавское общество существует, они все будут помнить его великие деяния, великое служение. Мы всегда будем помнить лотосные стопы моего Гуру Падмы, Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Кто может забыть о нем? Не предатель, не обманщик. Как я могу забыть его? Если буду продолжать говорить его слова бесконечные, как он вел себя с братьями в Боге, если буду говорить об этом, вы будете удивлены, даже те братья в Боге, что оскорбляли его, он все равно
уважал их. Он дал наставление Кришна Валабхи Брамачари, Наротам Брамачари, что нужно слушать. Вот был какой-то Такур Дас Баба. Они возмущали, что он оскорбил вас, но Смаду Госамрадж Гусхалу нужно служить. Так много случаев было. Если буду говорить о них, то даже Свами Махарадж, когда он был болен, он болел туберкулезом, но все родные выкинули из дома на улицу. Но Шрила Мадхава Госвами Махарадж нашел его и поселил себя в храме и лечил. И он никогда не мстил никому. Братья Боги были его сердцем и душой. Шрила Мадхава Госвами Махарадж был в Ассаме и прочих местах, проповедовал там очень широко, в каких-то отдаленных местах. И там Мадхава Госвами Махарадж проповедовал. Там были очень бедные люди, могли максимум бананы пожертвовать. Даже рис и чапати не могли организовать, и негде было жить ночью. Ну, какие-то эти такие, как сказать, такое, хижины простые из бамбука. Такие больше похожи на эти вагоны. Ну, в общем, шалаши такие были, двухэтажные. Ну, этажи это как кровати были, как, ну, не кровати, собственно, жили там похоже на улице, спали просто под какой-то такой крышей большой. Как бесит. И вот они спали в таком сооружении. И вот Шрила Мадхава Махарадж спал сверху, а Гуру Махарадж, Шрила Бхакти Валабхи Тирта Госвами Махарадж ниже. И вот он слышал, что змеи вокруг ползают, но не беспокоился, поскольку Гурудев защитит меня. Как, если Шрила Прабхупада защищает меня или Бхактивинода Тхакура, то что случится? Мой защитник Анантадев Баларам Прабхупад Бхактивинода Тхакура. И вот однажды Мадхава Госвами Махарадж говорил Харикатху, и вот была какая-то проповедническая группа, Мадхава Госвами Махарадж хотел их разделить, что одни ехали в одну сторону, проповедовали, другие в другую, чтобы больше аудиторию обхватить. И вот Мадхава Госвами Махарадж проповедовал в одном месте, какие-то преданные в другом. Когда Мадхава Госвами Махарадж говорил Харикатху, то несколько преданных прибежали и сказали, что как я, возбужденные, что случилось, там какие-то эти напали на них, избили, не довольны какие-то эти местные жители, возмущенные их проповедью, поскольку они в Майваде были.
не хотели ничего слушать, возмущались. И вот Мадхава Госвами Махарадж, когда услышал это, Мадхава Госвами Махарадж никогда не хотел мстить никому. Я тоже не хочу никому мстить, хотя множество таких неприятных случаев происходило. И такие люди иногда называют себя моими братьями в Боге, но все же я не пытаюсь им отомстить. И в итоге что случилось? Мадхава Госвами Махарадж говорил Харикатху. Там другую часть группы избили. В больницу многие попали. И Мадхава Госвами Махарадж, когда услышал, просто сказал «Ха Кришна». «Ха Кришна» — this word is like atom bomb, you know, hydrogen bomb. Ха Кришна is speaking. Но все же эти слова, они произвели свой эффект, подобно какой-то бомбе. Этого было более чем достаточно в ту же самую ночь. Те, кто напали на преданных, какие-то сумасшедшие слоны пришли и убили их, растоптали их жилище, детей, жен, хозяйство, все. Elephant going to kill them. All small babies putting leg are gone. Then they could realize that Bhagavan going to take revenge. Слоны напали на тех людей, и другие поняли, кто такой Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Он, хотя тот просто произнес только Ха Кришна и начал плакать. All my children lying in hospital. All my sons. Not going to speak, you call policeman, он не стал звать полицию, там, то и все. Просто так сказал, и все произошло само собой. Одного слова было достаточно. И таким образом, смотрите, текущая ситуация такова, что все пытаются злоупотреблять какими-то великими саду. У великих саду нет никаких слабостей, может, какие-то внешние проблемы, как мой Гуру Махарадж внешне не мог сделать. Не мог сделать ремонт в храме Анантава Судева. Не мог сказать, что денег не даст, а будет как-то изворачиваться, как может. Таким образом, с тяжелым сердцем я молюсь Шри Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа, чтобы он пришел. Я знаю, он любит нас, но я прошу явиться в этом мире, иначе кто может помочь поменять эту ситуацию. И мы должны помнить, что та ситуация, в которой мы находимся, она, мы беспомощны. We can discover ourselves in ocean, big ocean. Bijita rishika vayu viradantamuna suragam jaya jatanti yantumati lolum payakido vyasana shatamrito samabhayu gurus charanam Мани жай ваджа санта кита карна дхараджа лудху. Банча калпату русике басиндвеш. Жай си парампужива абхинну гуру паси си вакту виду маду гуси махарадж ки. Тадья тира бхапти ти парамаха маха сабки.
Гаур Пиман.